Максим Галкин разленился, хочет спать за большие деньги, как звери в зоопарке. В основном он спит за большие деньги. Я бы тоже так спал за эти деньги. Якубович даже за большие деньги уже не хочет вести «Поле чудес». В последнем фильме Светлане Светличной даже слова не дали сказать. Самые яркие, важные новости обсуждаем вместе. Четко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Леонид Якубович готов работать на новогоднем корпоративе, но ни за какие деньги не готов вести на застолье «Поле чудес». Вообще же хочет 2 200 000 российских рублей, то есть примерно 22 тысячи долларов. Телеграм-канал «Шот» пишет, что 79-летний ведущий также хочет, чтобы был сценарий, причем конкретно точно с таймингом, что когда, и два варианта. Либо же сценарий написать самому, еще вариант «Якубович может помочь со сценаристом», тогда плюс 400 долларов. Но если сценарист будет в стиле, вполне возможно, тот, который пишет сценарий для «Поля чудес», то это плюс 250 тысяч российских рублей, то есть плюс 2500 долларов. «Поле чудес» не хочет вести Якубович не из-за своей какой-то вредности, прихоти, а потому что авторские права. Нельзя, так понимаю, саму задумку повторять, в том числе и декорации. Касательно гримерки, хочет Якубович, чтобы было светло, из еды два вида горячего: рыба, говядина, два вида салатов, один из которых капризе, то есть закуска с помидоров, сыром, смесь. Также хочет Якубович, чтобы были нарезки всех видов: сырная, мясная, орехи, кофе, минералка нужна. Ну и вдобавок еще подмечают, что шампусик от 19 тысяч российских за бутылку и 12-летний вискарь. Максим Галкин разленился, хочет спать за большие деньги, как звери в зоопарке. В одном из лучших зоопарков мира отдыхает панда. В основном он спит за большие деньги. Я бы тоже так спал за эти деньги. Явно не досып у мужа Пугачева. Ну и понятно, скитается по миру масса гастролей. Надо прокормить двоих детей, да и мадам Брошкину. А судя по ее телосложению, кушать она любит. Некоторые считают, что действительно в жизни главное покушать. Ходим на работу для того, чтобы покушать. Спим для того, чтобы проголодаться и потом покушать. Но у меня же такая позиция, что едим для того, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Касательно зависти, Галкин в зоопарке в Сан-Диего в США, и зависть тут такая своеобразная. Животные в клетке спят, все равно как и в цирке, да, там вдобавок еще их и мучают, для того, чтобы тот же медведь на велосипеде педали крутил. Такое себе. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. В последнем фильме Светлане Светличной не дали даже слова сказать. Фильм 19-го года называется «Беловодье. Тайна затерянной страны». Сыграла там в эпизоде. Была самой собой. Светлана Светличная якобы приехала на презентацию книги некого блогера. Роли актриса сыграла более чем в 40 фильмах, но больше всего, конечно, запомнился для всех фильм «Бриллиантовая рука». В конце 2000-х Светличная признала, что поезд ее ушел, жаловалась, что советуют ей играть некие роли бабушек, но она не хотела, чувствовала себя молодой. Да, действительно, в Советском Союзе это была прям идеалом красоты. Хорошую, прям отменную фигуру сохранила и до своих последних дней. Умерла Светлана Светличная в больнице, было ей 84 года. У нее звание заслуженной артистки. Болезней был целый букет: и деменция, и Альцгеймер, ну и рак ротовой полости. Похоронят актрису 20 ноября в эту среду на Ваганьковском кладбище рядом с мужем и сыном. Такие вот новости, друзья. Что думаете о Галкине, который хочет в зоопарк поселиться, чтобы спать? Ему еще платили за это. Что думаете о Леониде Якубовиче? Действительно легендарный ведущий. Деньги заколачивают очень прилично и солидно. Так сказать, простой смертный не сможет пригласить его, либо всю жизнь надо собирать 22 тысячи долларов. Ну и чем вам запомнилась Светлана Светличная? Обязательно пишите в комментарии. Мы там вместе каждый день обсуждаем свои яркие темы. Пытаемся найти истину. Конечно же, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал. Вместе интересно. Можете поддержать меня. Номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Есть и в соцсетях: ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Берегите себя и шикарного настроения.